Всем привет, друзья! Меня зовут Алекс, это канал Алекс Геймер Тем Плей, и мы продолжаем играть в игру Iron Blood или Iron Blade, не знаю как правильно, ну, наверное, Blade or Blood. Как, короче, каждый говорит как хочет, но мы продолжаем в нее играть, да. Со стримами почему так все получилось, почему вчера стрим так плохо произошел, потому что это дебильная программа MobiZen и еще остальные все дебильные программы не работают нормально. Я не знаю, с чем это связано, может это с тем, что у меня 7-й Android, и оно как бы не тянет, не оптимизировано еще под 7-й Android, не знаю. Но суть в том, что все-таки не получилось сделать стрим нормально, и, наверное, в ближайшее время не получится. Не знаю почему, но, короче, не хочет оно нормально все это дело делать. И потому получается, как получается, и буду просто снимать каждый день видео, и все. Ну вот как-то так. Так, у нас новый меч, мы его, конечно же, используем, он у нас стал крутой, классный. И у нас что-то новое по ботинкам, но ничего мощного нету, потому мы забиваем на это. Так, окей, пошли дальше по компании. Так, тут мы что? У нас тут открылось новое сложное, новые доспехи у нас открылись. Причем очень мощные, и полевой гвардеец, то есть помощник. И аж 3 помощника, то есть можно открыть, но это чуть попозже. Начинаем вторую главу. Гуга-крушитель. Да что ж с этим горлом-то дурным? Так, Аквитания. Так, тайная сокровищница Жака Мона... что? Жака. А, просто тайная сокровищница Жака. Монахиня по имени Флора де Санти. Согласно найденному тобой письму, они с Жаком расследуют одно весьма темное дело, в котором замешан Эскин. Возможно, она твоя единственная надежда помешать планам Эскина и отомстить за братьев-тамплиеров. Начинаем. Так, начинаем, и будем рубиться в игрульку эту. Да. Так, письмо, которое я нашел, адресовано монахине по имени Флора де Санти, однако Эскин тоже видел письмо. И это означает только одно. Он уже на пути к Аквитанию. Нужно спешить. Вот. Так, я опоздал. Солдаты Эскина окружили монастырь Флоры. Надо действовать. И мы начинаем действовать. И мочим быстро всех. Так, окей. Понеслась. Такс. Мочим всех быстренько. Мы мочим. Вот, копьем ударили. Окей. Просто супер. Добиваем. Добили. Супер. Так, вот так. Добиваем, окей, добили, перебили, всех мы убили. Молодцы, просто супер-пупер. Так, едем дальше. Вот так, добить, стой. Так, лады. Это не получается мне сделать добивание. Так, окей. Так, давай замочим его в бырику, вот. Окей. Первую... Так, ты Флора де Санти, меня зовут Дамьен, я... Так, протеже Жака, я знаю, хвала создателю, ты жив, мне сообщили, что тамплиеры признали виноватыми в ереси и казнили. Да, ясно, успокой, господи, его душу. Жака, походу, тоже кокнули, я так понял, или кого-то. Так, позже мы оценим игрушечку. Ой, что-то спать охота. Такс.
Блин, мне так жалко, что стримы не могу проводить, блин. Так хотел стримить начать, но, бляха-муха, короче, какое-то говнецо получилось, и в итоге не получается. Не получится у меня стримить. Сменить доспехи, а что у меня тут новое? Ничего нормального нового. Так почему ты мне пишешь, чтобы сменить доспехи? Че, дурак, нет. Так, обычная. Так, Флора утверждает, что предатель-тамплиер по имени Гуго-Крушитель, которого должны были казнить несколько недель назад, на самом деле жив и находится в замке неподалеку. Она также полагает, что они с Эскином по ложному обвинению казнили двух аббатов. Найди у местного коннетабля доказательства связи Гуго с Эскином. Играть. Окей. Сейчас будем искать. Ой. Так, ты думаешь, Гуго выполняет тайные поручения Эскина? Но какие? Что нужно Эскину? Так, Жак подозревал, что Эскин со своей короткое стремление заполучить демонские способности, каким образом, понятия не имею. Так, местный контебль может много рассказать. Одна сорока на хвосте принесла, что у него имеются сомнения в нечистой аббатов, которых казнили Гуга. Огой. Окей, так, в кот... Бляха-муха, прекрасно, пора помочь городу или кому-то. Капец, быстро тут, короче, субтитры летят, прям не могу. Не успеваю я читать. Кстати, а по настройкам, может... А, бляха-муха, нельзя. Окей. Чтобы просто есть... Ну, чтобы были настройки, то есть... Чтобы субтитры сделать помедленнее, чутка прям, вообще чуть-чуть хотя бы. Ну, то, блин, не успеваю читать прям реально быстро. Так, башка улетела. Что, в сон клонит, прям не могу. Так, окей, добиваем. Окей, башка, нет, башка осталась на этот раз, лады. Так, окей. Ех, мочим прям, вообще выносим всех и все. Прям не могу, какие мы молодцы. Фуа, крутое добивание. А, так, констебль и его люди могли оставить какую-нибудь записку. Так, согласно этому рапорту, обвинения по делу аббатов так и не были доказаны церковью. Так, нанесем визит офицеру, подписавшему эту записку, короче. Блин, почему так быстро... Эти субтитры, я реально не успеваю читать. Это прям невозможно так быстро читать. Хорошо, что хоть еще на русском. А то когда я начинал, то было вообще на английском. Пришлось самому переводить. Это было вообще жопа. Так, новых шлемов нету. Щитов тоже нету. И сапогов, естественно, тоже нету. В принципе, мы можем что-то прокачать, но это нам пока что не нужно. Так, играть. Что у нас там? 8.04. Вроде бы и не поздно, да, но спать хочется. Так, офицер, подавшего рапорт, можно найти возле ветряных мельниц, но это место тщательно охраняется. Именно для таких случаев Господь создал оружие. Действительно. Ех. Вот это крутое добивание. Только что-то его не показали. Собаки. Так. Блин, ну мне нравится так эта игра вообще, блин. Сюжет, графон, супер вообще. Крутецкая игра. Только что-то вам не нравится она или чего, что-то никто не смотрит ее, блин. Это же новая игра, крутая, которую я ждал так долго. Так, похоже, кто-то добрался до бедного болвана раньше нас. Так, и заставил его замолчать без сомнения, и в его кармане несколько рапортов. Так, похоже, наш новый союзник Каст...
Тельна ведет себя весьма странно. Подозрительные огни и голоса в спасальне. В спальне. И он недавно... Так, убийцы, стража, схватите их. Гуго, кстати, этот вот, да? Ой, а почему ты меня так бьешь? Стой, стой, стой. Да в смысле, почему ты меня режешь? Кстати, жидко у меня что-то вообще не тратится. А, нет, тратится. По чуть-чуть, но тратится. Эх, добиваем, опача. О, башка с плеч прям, ух, аж косточку было видно, мяско. Так, отбили, нет, не отбили удар. Меня оглушили, прям глушат вообще не могу, ох, тихоша. Вот так вам, собаки. В смысле, почему ты меня бьешь? Смотри, какой он пес смердящий. Вот, на, к тебе, понял, собака? Будешь знать, как глушить меня. Пес вообще неблагодарный. Так, жидкий восстанавливается понемножку. Ух! Окей. Это что такое? Ох, вообще крутяк, да? Ты понял, вот эта добивалочка была крутая. Так, Гуго пытается уйти быстрее за ним. Ла-ла-ла-ла, побежали, уху! Так, мы типа побежали. Новая секира! Ух, и мы можем прокачать что-то. Так, давайте это издеть. Ух ты, оптимизируй. Ничего. Блин, ну это надо полный сет, полностью целые брони собрать, да? Блин, вообще крутяк, да? Это мы сейчас, короче, попробуем сделать. Так, вот, новая секира. Помощней будет. Это алебарда. И у нас есть вот эта вот новая броня, да? Блин, она такая прикольная, ничего тогда смотрится. Смотри-ка. Так, а чё у нас по шлемам? Вот такой шлем, да? К этой броне как раз подходит. А перчаток нету. Ну тогда давай вернем, короче, давай постараемся собрать полностью весь сет. А у нас не получится так сделать. Лады. Потом, значит, как-то попробуем собрать полностью West Set. Не знаю как, каким образом. Но как-то мы это потом сделаем. Оно как-то меняется? Нет, никак не меняется. Окей. Стой. Так, ну, все самое мощное. Лук самый мощный. Секира самый мощный. Щит самый мощный. Меч самый мощный и самый красивый. Подогнать. В смысле подогнать? Лучше шанс на успех. Лучше... В смысле? О! Лучше снаряжение. Да? Ничего себе. Лучше шанс на успех. В смысле? Блин, ничего себе. Да, ты понял. Вообще крутяк. А улучшить это что? Это что-то я ничего не понял. Так, погодь минутку. Подогнать. Окей. Шансы на успех. Лучшая атака и защита, вот. Ну а что ты врёшь, а? Короче, говнецо это все. Так, погодь, это самый мощный шлем. Тоже самый мощный. Броня самая мощная. Перчатки. И вот перчатки не самые мощные. Самые мощные вот эти вот перчатки. Дальше обувь. Обувь, самая мощная вот это вот. Лук, ну лук этот самый мощный, секира.
Вообще какая-то кувалда бесполезна. Да. Так, вот, нам, пожалуйста, вот это вот мощнее, нет. Вот это вот мощнее. Вот, спасибо. Щит, вот этот. Меч, ну все. Улучшить, ну это все потом, короче. Начинаем. Так, со звуками, надеюсь, будет все хорошо, и с микрофонами, и все остальное. Сколько время? Батарея. Так, Флора, если мы позволим Гугу уйти, мы потеряем последний шанс. Так, этому не бывать. Тарипири. Куда звук пропал? Погоди. В смысле? Куда пропал звук? Что-то я не могу понять. Ого, окей, сдаться, да. В смысле, почему пропал звук в игре? Что это такое? Что за фигня творится? Я что-то не могу понять. Так, звук появился. Играть. Почему он пропал тогда? Какая-то непонятная фигня. Так, если мы позволим Гугу уйти, мы потеряем последний шанс узнать, ради чего Эскин предал тамплиеров. Этому не бывать. Все. Звук появился. Так, окей, отлично, отлично, все отлично. Так, окей. Сейчас мы туда всех мочим. Так, башку отрезали, вообще супер. Так, сбежим дальше, смотрим, что у нас тут дальше. Дальше, короче, как всегда, мочилово-рубилово. Так, окей. Бошки, руки вообще летят прям налево и направо, вообще прям красота. Эх, пошла жара. Так. Блин, руки замерзли немного, холодно что-то. Замерзли руки, хреново играть. Надеюсь, я не заболел. Так, башку мы отрезали. Опа, мы отбили, опа, красота, опа, вообще красота. Критические шипы какие-то. Да в смысле, я же отбиваю атаки. Блин. Так, окей. Мы должны были отрезать ему руку, но что-то, короче, не получилось. Так, Дамьен, вон Гуга. Скорее, мы не можем позволить ему уйти. Так, окей. Бесполезные вещи, как всегда, выиграли. О, у нас броня повысилась уровнем. Это вообще супер. Блин, я хочу какой-то крутой полный сет брони, например. Хотя бы брони, не оружие, просто брони. Какой-то красивый такой, эпичный прям, вообще такой не могу. Такс, поехали. Так, герой сильнее бога, бог сильнее демона, демон сильнее героя. Я ни хрена не понял. Так, мы не можем дать Гугу уйти, ты должен остановить его. Окей. Так, ну я удары вроде бы как бы отбиваю, и потому мне урон не наносится как бы. Да? Или нет? Ну, шитки у меня не, я не замечаю, чтобы они у меня тратились, потому, наверное, да. Окей, добили мы прям красиво. Такс. Окей. Так, нужно добивать быстренько. Пока они не оклемались. Опа. Опа. И добиваем собаку. Ах, красиво башка полетела. Так, что у нас там дальше?
Удар мы отбили. Собаку забили. Стрелу мы тоже отбили. Вообще супер хорошо. Так, вот это воин. Прям налево и направо всех размашивает. А? Красота же. Так, стража, стража. А Гуга-то трус, так бежать некуда, Гуга. Так, это человек-еретик. Это одержимый. Он с нечестным храмовным, что там. И, так, живем я... Бляха, муха, не успел, короче, прочитать. Но вы, я думаю, успели. Я потом прочитаю попозже чутка на видео, когда буду рендерить. Интересно же, что там говорили. Блин, кого-то не того я добил, да? А, убийца. Убийца. Так вы тут тоже ничем не отличаетесь от убийц. Мочите меня, бьете и вообще не этих. Обычных тамплиеров убиваете, то есть невинных, можно так сказать, даже если так можно сказать. Так, ну это мощный противник. Прям вообще хорошо мне трёпочку задаёт, да? Так, ну мы его сейчас замочим. Ой-ой-ой. Ну вот мы его и добили. Окей. Так, все кончено, Гуга, говори. Все ты, все, что ты знаешь об Эскине и его охоте там. Так, на твоем месте я бы послушал даму. Он охотится за какими-то древними реликвиями. Я не знаю, какими. Он не настолько мне доверяет. Так, Альдус Рольф сможет ответить на ваши вопросы. Он был преданным соратником Жака. Только вот его заточили в консьерже по обвинениям в заговоре против, короче, какого-то там. Блин, о! Позже. Блин, броня прокачалась. Все прокачалось, супер. Так, ну у нас, кажется, энергия закончилась, да? Но у нас, короче, помощники какие-то есть, и мы с ними можем что-то делать. Да, крепость. Я так и думал, что тут будет связано что-то с крепостью. Да. Блин, а мощные такие ребята, да? Найти матч. Это типа онлайн? Тут можно типа сражаться или что? Так, погоди. Ну окей, в бой. Атака, защита, тыри-пыри и тому подобное. То есть сейчас будем рубиться в онлайне, я так понял. Или нет? Потому что я не могу до конца понять. Это, ну, я бы не сказал, что это онлайн. Или онлайн. Да, нет. Блин, а здесь есть онлайн, мне интересно, нет? Если есть онлайн, то это будет вообще круто прям. Блин, кажись, меня сейчас уработают, если честно. Или нет? Нет, я победил. Но это было реально сложно, короче. Ой, это еще и даже не все. Ой-ой-ой, тихо-тихо-ша. Так, окей. Мы выжили с горем пополам, но это было реально сложно. И правильно, меч в жопу. Так, с бонус лиги, то есть здесь можно тоже зарабатывать бабки, так нехило, я так понял, да? Но здесь сложновато, тут, короче, можно померять прям на раз, два, три. Так. Лидеру удалось раздобыть золото, жми, чтобы немедленно собрать его. Окей, у меня уже 10 косарей. Улучшить. Супер, мы можем еще улучшить. Все, мы можем еще улучшить. Нет, хватит пока улучшать. Ладно, давай улучшим. Все. Добавить лидера, добавить нету. Так, ну ладно, ребята, вот такой, короче, прикольный у нас тут получилось месилово-рубилово. Да?
максимум, то есть мы можем этот синтезировать возможности текущий предмет. А как тебя улучшить? Вот, а, эволюция. Мне нужно что? Кость героя, да? Окей. Так, ну это все. Кстати, информация о возможности. Да, нехилый такой сразу становится. Так, а по броне, а так. А, кстати, что если, например, возможно... Ух ты ж, ничего себе! Ты смотри, какая-то эта маска может стать крутой. Это нужно прям хорошенько постараться. Так, а броня чё? Информация, возможности. Вау! Ты понял, да? А это, они отличаются чем-то? Они ничем не отличаются. Так, ну а если это, ты станешь... Ну вообще, короче, ты не поменяешься почти. Это, короче, посолиднее выглядит, если честно. Так, давай, короче, улучшить. И мы... Эволюция. Не хватает нам эволюции. Давай улучшим, короче, просто тебе. Вот так, сакас. И вот это вот. Вот, супер. Продолжить. Тут, короче, нужно прокачивать, и все тогда будет хорошо. Ну ладно, ребята, давайте на этом заканчивать. В следующей серии мы продолжим рубиться в эту крутую игру. Будем следить за сюжетом. И также выйдет видео скоро по Gangster Vega. Нет, не Gangster Vega, с Gangster Новый Орлеан. Ну, то есть мы будем проходить две сюжетные игры. Это эту и Gangster Новый Орлеан. Мы будем проходить сюжетки. Ну что ж, ребята, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. Обязательно рассказывайте обо мне своим друзьям, тетям, братьям и тому подобное, чтобы нас было больше и мы были более общительные и тому подобное. Я как-то постараюсь еще настроить, чтобы был стрим, и будем стримить и с вами общаться. И всем до новых встреч, друзья, и всем пока.